Добрый день, дорогие друзья. Представляем вашему вниманию четырехколесные санки Тимка 5 Универсал. Значит, у них четыре колеса, как вы видите. То есть есть полное колесное шасси. Для того, чтобы не поднимая, не беспокоя ребенка, преодолевать участки с голым асфальтом. Или там песок, там, например, солью посыпали, каша какая-то, чтобы не было неприятного скрежета, чтобы маме было не тяжело тащить санки, у них есть четыре колеса. Сейчас вам покажем, как они работают. Насколько сложная ли эта система, или наоборот, может быть, легкая сейчас окажется. В принципе, все просто. Раз, и санки катятся. Мы сейчас так покажем, что полозья не касаются. Видите? Полос не касается. А теперь мы снимаем их. Оп. И, пожалуйста, едем. Вот. Сейчас мы покажем все-таки, как работает механизм. Здесь, видите, есть две подножки. Вот эта большая. Большая. Она ставит. И вот эта малая педалька верхняя. На нее нажимаем. Она снимает. Ну, еще раз. Итак, поставили. И теперь снимаем. Ну, так все легко, когда мы это делаем без нагрузки. А теперь представим здесь ребенка. Мы сейчас, правда, используем ребенка-переростка, потому что обычно на этих санках возят маленьких детей. У нас 9-летний помощник, единственный мой помощник, садись на саночки. Ну, тем более, хорошо увидим вес ребенка 36 килограмм. Увидим, насколько можно будет поднять вместе с ним. Опа! То есть 36 килограммов ребенка с легкостью санки поднимают. То есть запас по весу огромный. Вот. И также мы нажимаем. Ну, естественно, что за счет того, что ребенок достаточно превышает вес его малыша, то, конечно, с высоты вот так вот саночки снижаются и повышаются. Так, хорошо. Так, ребенок свободен. Что мы можем еще рассказать об этих саночках? Значит, у них, значит, реечка деревянная, что очень хорошо. Закреплена, видите, прочно, надежно. Последний полос, он нагнут. То есть, соответственно, если была прямая рейка, то когда ножки ребенка, она бы ему резала на сгибе. А так она нагнута, то есть у ребенка плавно. Ножки дальше идут ступенечки. В комплекте есть веревочка, но мы ее не отвязывали. Здесь удобно лесенка и все. Значит, здесь пластиковые вкладыши в толкатель. Значит, сюда, да, вставляется ручка. Итак, ручка вставлена, и она вынимается. Вот, ее можно переставить. То есть можно вести. Значит, то есть легко мама может вытащить ручку. Вот, вынула. И переставила. Очень легко. Так как пластиковые вкладыши, то без всякого скрежета. Удобно, легко. Соответственно, песком не забьется, не замерзнет. И саночки везем ребенка лицом к себе. Ну или, например, если ветер в лицо был, то, соответственно, везем его в обратную сторону. Ребенок смотрит на нас, и ветер ему уже не задувает лицо. Вот, очень удобно. Значит, чтобы ребенок вдруг саночек не соскочил, если он активный, вот, то есть ремешочек вот такой вот. Значит, очень удобно. Неудобно одной рукой его отстегнуть, да. Вот он, пожалуйста. Застегнули, отстегнули. Он сюда крепится, здесь закреплен с внутренней стороны. Мы сейчас покажем это. Вот еще два дополнительных колесика. Зачем они? Это для того, чтобы саночки можно было катить, подняв за дыбки. Ну, подними. Покажи. То есть вот так можно их перекатывать. Соответственно, вот эти задние транспортировочные колесики. В принципе, их можно открутить на самом деле. Вот. Легко снимаются здесь. Если они смущают вас, то можно убрать. Вот производитель решил их оставить. Так, ну давай перевернем, покажем, что у нас там внутри, да, что собой представляет. Ну, во-первых, вы видите, как ремешочек закреплен, то есть он здесь здорово зажат вот этим вот крепежом, вот, то есть вот он не соскочит, не отвалится. Вот, вот сами колеса, к виде большие, с полиуретановым таким покрытием, они легенькие, на таких хороших шайбах мощных. Вот сам механизм. То есть здесь, в принципе, все просто. Пружина, ось. Вот тут еще два колеса. Вот. Полос у саночек плоский. Удобно для скольжения. Так, в принципе, все. Ну, сейчас мы вам просто покажем, как эти саночки
ездит. Вот. Ребеночка закрепили. Ручку легко вынули. Ставили, но мы сильно ее не втыкаем. Вот. Вот санки в походном положении. Отлично, можно двигаться с ребенком. Саночки бывают разного цвета. Синие, красные, вот эти сиреневые, бывают зеленые. То есть цвета абсолютно различные на любой вкус и цвет. Всем спасибо. Покупайте саночки.